Крошки мои, по-моему, пришла моя кнопочка. Я уже делала заявки на нее несколько раз. Серебряная кнопка, которая на 100 тысяч подписчиков присылается Ютубом. Я сейчас собираюсь вся, и мне звонит курьер и говорит, вам, как-то он сказал, из Америки или Соединенных Штатов, что-то такое. Я не помню, что конкретно сказал, но, в общем, оттуда вам посылка, блин, какое-то слово сказал, я забыла. Я говорю, да-да, типа туда-сюда жду. И, в общем, а он, оказывается, неправильно мой адрес написали, и он, оказывается, ездит по северному, по западному, а этот обслуживает совершенно другой человек, и это, типа, только завтра. Я говорю, я сегодня вечером уезжаю, я так хочу ее получить скорее, честно говоря, и снять вам видео. Так что, а, ну вот, я его уже снимаю. Мы сейчас вместе поедем, встретимся. Он, в общем, закончит свою работу, потом поедет в офис и ставит его 4:30 где-то. А вечером я уезжаю, чтобы вы понимали, все на минуты вообще. Я побегу за этой кнопкой, и мы ее с вами распакуем, посмотрим вообще, и у меня столько эмоций, вообще, оставайтесь со мной. Ой, смотрите, моя кнопочка! Вы видели, как она пришла? Она тяжелая. Она тяжеленькая такая, конкретненькая такая. Я ее так хочу скорее распаковать, но мне хочется это сделать дома, приготовиться и поставить видео на штатив в торжественной обстановке, в общем-то, вообще открыть вместе с вами, и ни в коем случае не сама, потому что эта кнопочка, это наша заслуга вместе. Я старалась, а вы смотрели, активность проявляли, поэтому так быстро мы достигли нашей первой цели с вами. Так что оставайтесь, идем домой. Ну что, мои хорошие, я скорее прибежала домой. Вот она, наша кнопочка. Примерно такого размера я ее себе и представляла. Давайте скорее же откроем ее и посмотрим, какая же она внутри. Ну-ка. Смотрите, я открываю, а она еще вот как-то еще закрыта. Вот так вот. Вот так вот. Так. Визиточка какая-то. Здесь письмо на английском языке. Что-то тут написано. Надо будет как-то перевести потом. Интересно. И вот она. Селена Свей, Селена Вселенная написано. Блин, я еще не распаковала до конца, подождите. Так, она в пакете. Такая кнопка. Она в пакете. Блин, блинский. Ее можно повесить. Здесь она такая бархатистая, зеркальная. Я смогу смотреться на себя. Смотрите. Смотрите, какое оно. И вот здесь написано Селена Свей, Селена Вселенная. For passing 100 тысяч subscribers YouTube. Спасибо. Блин, это так трогательно, вы себе не представляете. Я немного решила поменять локацию, мне кажется, ее здесь будет лучше видно. Блин, какая же она красивая. Блин, я, честно говоря, я только представляла себе, как будет этот день, когда придет эта кнопочка. На самом деле, я уже заявку подавала очень давно, как только у меня стукнуло 100 тысяч. Но, видимо, эта заявка где-то пропала, и вот уже 200 тысяч стукнуло, опять же. Со мной просто уже давно связались менеджеры, которые работают со мной, именно ютубовские. Их офис располагается в Лондоне, главный офис. И мы по видеосвязи все время общаемся, они меня поддерживают, помогают мне развивать канал. В общем, сейчас участвую в новой программе, специально для таких, как я, блогеров, которые заинтересованы в росте, в общем-то, своем. Вот, и я же говорю, ну что ж мне кнопочку никак не пришлют? Они говорят, сделайте просто еще одну заявку, потому что, возможно, очень много писем и просто не успевают обрабатывать. И как только я сделала заявку после того, как она мне сказала, менеджер, сразу мне пришел ответ, и все, и буквально в течение 2 недель эта кнопочка уже у меня. Правда, она очень красивая, она очень приятная, примерно такого цвета, примерно такого размера я себе ее представляла. В общем, я очень счастлива. И для меня, честно говоря, эта кнопка не просто, знаете, кнопка, ну там надо, не надо. Реально, это спасибо.
это такая награда для блогера, которая, ну блин, как знаете, Грэмми, блин, ты достиг чего-то, и вот пришло тебе. Следующая кнопка теперь должна быть золотая, и я тоже буду ее ждать с нетерпением, безумно буду рада и счастлива, когда она у меня появится. Я буду теперь коллекционировать кнопки. Вот. И в связи с этим я, естественно, хотела сказать огромное спасибо вам. Особенно, когда на самом раннем пути, кто со мной давно, люди, которые меня смотрели, поддерживали, вдохновляли меня, ставили мне лайки, писали мне добрые сообщения, потому что на самом деле именно эти сообщения, именно эта ваша поддержка, она и вдохновляет меня и любого блогера, я уверена, вдохновляет на дальнейшие действия. То есть, если бы не было этой обратной связи, если бы не было отдачи, то, конечно бы, любой блогер сразу бы загнулся. Поэтому мне кажется, что эта награда действительно такая наша общая. Мы с вами достигли всего этого, да? И мне хочется разделить эту радость вместе с вами. И, конечно же, хочется, я как это, получила это, Оскара, или что, статуэтку какую-нибудь там. Ну, правда, на самом деле для меня это очень важно, очень трогательно и волнительно, и мне хочется спасибо большое сказать за то, что были люди, которые увидели изначально меня, увидели, что я смогу, и что это, возможно, мое, это моему другу, который меня вообще просто вообще толкнул на это дело. Многие до сих пор спрашивают, как ты начала блогерство свое. У меня друг, который говорил мне, тебе нужно обязательно попробовать блогером. Вот смотри, молодые девочки, вот-вот-вот таких вот успехов достигли. Мне кажется, у тебя получится. И, конечно, пока ты там занят своими какими-то заботами, у тебя нет свободного времени, ты занят все время, где достать деньги, как жить дальше вообще, естественно, на выживание, да, себе. У тебя нет времени для того, чтобы заниматься чем-то таким. Но как только у меня появился настоящий мужчина рядом, у меня появилось время, я перестала думать о насущных делах, то есть он взял всю ответственность на себя за них, и у меня появилось время для того, чтобы я занялась тем, чем я хочу. И первое, чем я занялась, это блогинг. Начала вести блоги, влоги. И это сразу дало отдачу. Я поняла, что вот оно мое место. Вот меня здесь давно ждали. И вот первая награда, которая за все мои труды и старания. На самом деле очень много работаю. И хочется еще сказать большое спасибо всем моим близким и друзьям, потому что многие за поддержку. За то, что не осуждали меня. Конечно, многие, может быть, относились не с пониманием, такие, типа, а что это ты делаешь, зачем это? Но никто меня не осуждал. Может быть, конечно, это еще и зависит от окружения, которое я себе выбрала. У меня прекрасное окружение. Вот, поэтому все меня поддерживали, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. А все смиренно наблюдали. Спасибо им за это, потому что, знаете, от близких это тоже очень важно. Поддержка. Теперь я счастлива, у меня есть кнопка. Спасибо большое, YouTube. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы даете такую возможность людям проявить себя творчески. Реально, я вообще вся себя, вся проявляю именно в YouTube. И за это им огромное спасибо. Спасибо за кнопку. Я ее буду хранить. Поцелуйчик, потом выйду. Или оставлю. Вот. Я счастлива! Хорошие, я вас люблю, целую. Радуемся вместе и продолжаем. Идем к золоту. Все, мои хорошие. Пока-пока.